Друзья, всем привет, и напишите в комментариях, кто из вас когда-либо смотрел крутые пранки на ютубе. Может быть, вы смотрели пранки от LED? Это было бы очень классно. Я жду ваших ответов. И, наверное, уже все знают, что крутые комментарии я лайкаю, и так что пиши свой комментарий, и я обязательно его оценю, и... Это все увидят, вот так вот. Я не зря сказал о пранках, сейчас мы будем смотреть пранк над парнем от LED, подкинула в сумку прокладку. Что бы это значило, давайте посмотрим. И я смотрю, у него здесь есть закладочка. Так, блин, это была, наверное, вот целая эпоха пранков. Ребята, он уже подходит к дому, я видела. Как это, боже, если бы я был на месте парня. Всем привет, я Элиди, со мной моя собака Джина. Я просто в шоке. Это было, наверное, эра пранков над парнем, над девушкой, которую я, скорее всего, пропустил. На другие вещички. Пранк, подмена вещей. Подписывайся на мой канал. Я подобно видел у Дианы Ди, которую вы постоянно говорите. А которую постоянно говорите. Сейчас мы еще и узнаем, что у него в сумке есть. Я заменю это на кое-какие веселые вещички. А потом, когда он вернется, я сниму его реакцию на скрытую камеру. Итак, его сумка. Посмотрим, что он с собой взял. Так. Нереально. Ой, какие-то скучные вещички. Действительно, так, какие-то что? Бумажки, там документы. Это какие-то чертежи. Чертежи. Скукота. Дальше. Учебник. Физическая термодинамика. Скукотень какая. Заменим. Это работа или это так. Универ? Карандаш есть. Что еще тут? Тысяча рублей. И еще ноутбук. Я знаю, на что его заменить. Отлично. У меня есть где-то минут 15, не больше, поэтому... Серьезно? Она ноутбук хочет заменить? Это замену ноутбука. Она выбрала весь... Ой, я понял. Самое то, не правда? Здесь даже есть мышка, ребят, все честно, смотрите. Я бы реально убил бы девушку свою, если бы она так сделала. Правда, она не засовывается, надо крутить колесико. Прикол, ты приходишь на важное совещание, а у тебя в сумке вот это. Конечно же, раз уж я вынула деньги, я положу ему замену, булерубный станок евро, вот, пожалуйста. Вот две бумажечки по 500 евро, думаю, самое то. Ничего себе. Ему хватит на сегодня. Так, это не банк приколов, интересно? Следующий, это, конечно, перекусить. Сушки. Ну, перекуса у него не было, ну, и я позабочусь. Я думал, надо еще шарики. Перекус, там кукла и свинья какая-то. На здоровье. Так, следующее. Розовый карандаш. У нас были чертежи, да? Значит, да. Чертежи, значит, я раскраски? Должна... Раскраски? Или просто листы? Положить туда другие чертежи. Дальше. Ну просто другие. Канцелярия. У него был карандаш со стерочкой, теперь будет синий карандаш. Теперь будет розовый карандаш и линеечка детская. Так, ну и, конечно же, нужно отдохнуть ему будет, поэтому... Это копилка, так полагаю? Игрушка моей собаки. Это игрушка собаки. И еще детская кукла. Я думаю, будет хорошо. Я бы реально убил ее, там еще прокладка лежит. Да-да-да, она где-нибудь хрюкнет у него там. Будет замечательно. Так, и кукла. Ну, по весу примерно вот то, что было, потому что ноутбук там тяжелый. Мне кажется, тяжелее, потому что там свинка и кукла оказалась. Конечно, я ему положу учебник. И я смотрю, у него здесь есть закладочка в учебнике. Она сейчас подменит эту закладку, да? Нафиг да. Эту закладочку. О, черт. Вот закладочка, прокладочка. Кладем, закрываем. Это очень жестко. Вот это уже это... жестко, ребят. Да, что жестко, это спокойно. Страшно. Все, мне надо закрывать. Это страшно. По весу. Вот реально столько же. Столько же, сколько и было, просто правда, хочу немножко тупо. На реакцию. Я думаю, что он не заметит в попыхах, тем более Джина, опаздывает. Джина, дорогой, обожаю я тебя Джину. Очень люблю, просто я знаю, что ты очень любишь пранки. Это мой сюрприз для тебя. Ну все, он убежал. Просто доставай пистолет. Просто убежал, как есть. Это в общем, очень он жестоко. Ничего не заметил, будем ждать его возвращения. И, как я уже сказала, как только он вернется, я Давай. Постараюсь снять его реакцию на скрытую камеру. Ребята, он уже подходит к дому, я видела в окно, он сейчас вот-вот должен прийти. То есть он целый день провел Элли. С этой сумкой. Элли, иди сюда, мне надо с тобой поговорить. Привет. Зачем ты брала мою сумку? Ну, брала сумку. Она лежит у нас дома. Элли, ты издеваешься? Что это за прикол такой? Я брал с собой компьютер. Это компьютер. Нет, я брал с собой. Она у нее же такое лицо, знаете, это компьютер. Это похоже на мой компьютер.
Ну, тебе лучше знать. Ну, это компьютер тоже, у него мышка есть. Нет, ну, блин, ну, мне очень нужен был сегодня компьютер. Ну, это же тоже. Мне нравится больше всего свинка. У нее такой звук. И она случайно подложила игрушку. Не, а зачем, чтобы она хрюкала у меня, когда я каждый раз кладу сумку куда-то? Она хрюкала? Да, хрюкала, да. Все думали, что я хрюкал. То есть он нисколько не злой, да? Он... Твои чертежи. Мои чертежи? Да. Не, я понимаю, вот здесь есть мои чертежи. Ну, это... Но вот это, почему лицевой частью, не мои чертежи. Это мои чертежи, когда я по телефону разговариваю. Она, знаете, она бы лучше бы подложила туда какие-нибудь, типа, раскраски детские или газету просто какую-нибудь. Спасибо. Ну... Но это подумали, что я, так сказать, чертил. Просто, нет, реакция самой Элли, да, это просто топчик. Спасибо, просто, что просто, да, да, вот это, да, это спасибо. Я для всех его открыл. Да, да. И еще было. Не всем было смешно. А что? Мне было не смешно. А что? Вот это вот, скажи, вот, что это такое? Это закладка. Нет. Не, знаете бы, если бы она такая открыла, и сама бы Элли спросила, что это? Откуда это у тебя? Вот это было бы интересней. Но зачем она здесь лежит, Элли? Я открыл при всех. Ну это не прокладка, это ежедневка, это разные вещи. Это ежедневка. Это не совсем прокладка. Кстати, это логично, это логично. Это обычная прокладка. Ну, потому что это, да, как бы прокладка. Не смешно. Вот это вот. Вот это что? О! Это мой обычный карандаш. Я не знаю. Нет, это розовый, и рисуют розовым. Ну, а ты им рисовал? Нет. Нет, я им чертил. Вот это вот что? Спасибо за линейку, я не нашел, но... Она детская. Ну, вообще никакой не было, давай так. Ну, это детский сад какой-то. Давай... Но у тебя никакой не было линейки, давай так. Ну, кстати, это уже забота. Я позаботилась, можно сказать. Что она делает в моей сумке? Я не знаю, ну... Я сегодня так понимаю... Еще что-то было. Остался без обеда, да? А-а-а. Ну... Потому что деньги ты мне тоже поменяла. Было 1000 рублей, стало 1000 евро, почему остался без обеда? Ты положила обед. А, ты не положила обед, да? Да. Да, спасибо. О, я хочу... Я... Блин! Блин! Я опять захотел есть. Прости, это просто правда, понимаешь? И где камера? Ну, нет. То есть? А, это просто ты меня разыграла, да? Ну, это пранк, прости меня, пожалуйста. Блин, он реально обиделся. Он реально обиделся. Ничего страшного, конечно, но сегодня день я свой запорол. Ну, надо просто... Ну, я бы просто убил бы эту девушку. Реально, если бы я запорол такой день... Ладно, я для себя. Где камера? Нет, скажи сначала, подписывайтесь на канал, я тебе покажу. Подписывайтесь на канал. Увидимся в новых роликах, вот камера. Прости. Yeah.